зима в Дохе. Катар радует меня этим теплом. Солнышко плюс 23. Что не есть самая лучшая пора для того, чтобы приехать сюда. Кто еще здесь не был, очень искренне желаю побывать, как попутешествовать, так и просто поработать. Это мега круто, мега классно, есть много перспектив, страна динамично развивается. И, знаете, это как Дубай 5-7 лет назад. Не упустите свои возможности и присылайте свое резюме.